То есть мы сегодня попали в ТВЗ, тайный выставочный зал в лесу рядом с Киевогорским полем, и посмотрели оставленную в феврале этого года работу «Мишень», связанную с акцией, которую здесь проводили. И тут вот этот шарик, оболочка шарика воздушного, который лопнул тогда, когда Кузькин его надувал и вешал эту мишень, он похож на фигурку Сунь-Куна из романа Учинения «Царя обезьян».